Сегодня в городском приюте мы делаем такое мероприятие. Вот здесь стояли два вольера. Они уже, конечно, были все разрушены, лаги сгнившие. Вот мы сейчас фактически убираем, убрали эти вольеры. И сделали территорию. Надо будет, конечно, все это вывозить, чтобы территория была, ну, будем так говорить, свободная, просторная, светлая. И выгулочная площадка как раз будет больше. Вот это дерево еще придется спиливать, конечно. Работы много, дел много. Но здесь основное это любить не только животных, но и то дело, которое ты делаешь. Это в этом и заключается любовь. То есть делаем для животных все по максимуму для того, чтобы они хотя бы действительно нормально, в нормальных условиях были.